Живописные портреты живут собственной жизнью, исходят непосредственно из души художника, чего не может осуществить никакая машина. Так выражает Ван Гог свое мнение относительно широко распространенного в то время фотографического портрета. Для него портрет, и особенно автопортрет, это исследование человеческой души, попытка извлечь на поверхность то, что обычно спрятано в наиболее глубоких пластах сознания. Таким образом, автопортрет для Ван Гога является формой самовыражения, но отчасти такой выбор был продиктован высокой ценой платных моделей, необходимых для изучения фигур. Автопортрет в фетровой шляпе относится к парижскому периоду и был написан зимой 1887-1888 годов. Быстрые и короткие мазки, расположенные по силовым линиям, как будто исходящим из самого лица, близки к технике дивизионизма в своем стремлении создания единого целого путем сочетания отдельных составляющих чистого цвета. Всего Ван Гогом создано около 40 автопортретов. Его автопортреты с безжалостной четкостью отражают перемены в состоянии души Ван Гога. Именно автопортрет станет свидетельством безумия Винсента. Его грустное лицо смотрит на нас с полотна, на котором он изображает себя после того, как отрезал себе часть уха.